Всем привет! Продолжаем проходить игру Лимба, и мы остались на том моменте, когда парнишка вот видит свою сестру, и он спешит к ней. Но тут пиявка вцепляется в него, и он обламывается. Ну что ж, давайте снимем эту пиявку. Что-то меня как в последнее время бесит эти пиявки, когда цепляются. Но поскольку это часть игры и, наверное, короче говоря, надо с этим смириться. Ну что, вот его нет уже. Нет того места, где он видел свою сестру. И опять он пускается во все тяжкое. Так, нам надо сейчас пройти этот пресс очень аккуратно. Сейчас рассчитать. Вот так, все нормально удалось. Еще один пресс. Здесь мы цепанемся вот так вот. Сразу же, как только, сразу бежим. Все, молодцом, все получилось. Так, снимаем пиявок. Вот так, раз, подкормили. И теперь нам надо обратно. Здесь, конечно, тоже такое непростое место. Нам надо все рассчитать. Вот так вот, держимся. Как только пресс начнет опускаться, сразу же валим отсюда. Так, теперь нам надо на лестницу подняться. Ну, блин, надо. Не будем торопиться. Лучше в этом деле не торопиться, чтобы не раздавило ничего. Так, вот впереди мы видим яичко, личинку. Конечно же, подбираем ее. Ага, вот, довольно-таки интересное место. Нам здесь надо остановить. Запустить обратно и вот так вот. А нет, сейчас вот так. Остановим, запустим. Вот так. Нет, не получается рассчитать. Сейчас вот нам надо запрыгнуть на лестницу, и чтобы это сделать, да уж, да навряд ли у меня получится с этой. Не, все нормально, все хорошо, все удалось. Вот так. Угу. Ну что ж, так, здесь нам надо, нет, потом, здесь мы потом разберемся, пока что мы пойдем подтащим вагонетку, на которой мы будем ехать. Так, поставим ее где-то здесь. И сейчас нам надо будет запустить эту тележку, забраться на нее. Так, потом запрыгнуть наверх надо будет. Сейчас мы ждем, пока она подъедет. Запускаем. Опля, не удалось.
Здесь надо тоже все четко рассчитать в такое место. Так. Когда она поедет обратно, сейчас вот, главное сейчас вот. Получилось. Висим на рычаги, запускаем его, и вагонетка. Так, вот здесь очень-очень такое место коварное. Нам надо будет успеть уложиться во все тайминги. Во-первых, вот здесь я, так, вроде успеваю. Успел, фух, слава богу. Такое место вот коварное. Под циркулярочку, чтобы не попасть. Так, здесь нам надо... Ага. Спрыгиваем. Здесь такое тоже место. Чтобы настоком не шибануло, нам надо здесь, опять же, рассчитать все четко. Итак. Так, сейчас. Нет. Нам надо тележка, чтобы ударила в кнопку. Но при этом нам надо так, чтобы мы успели пробежать к тому месту, где включится электричество потом. Да, блин. Но лучше быть аккуратным. Не торопясь, спокойненько, как говорится, с чувством. Нет. Не так. Как говорится, с чувством, с толком... С расстановкой, блин, опять не вышло. Так. Вот так, все, вроде получилось. Нормально, должен успеть. Я там, если что, вот так вот распрыгну. Как раз в последний момент. Фух, такое место непростое. И впереди тоже непростое место. Нам надо запустить. Так, на себя тянем. Здесь тут у нас мы ограничены, так сказать, освещением. Шар, который нас может раздавить. И нам надо здесь еще все сделать грамотно. Ага, успели. Так. Еще, чтобы электричеством не шандарахнуло, надо тоже. Сейчас мы посмотрим, подсветит нам. Так, шар у нас нам больше не мешает. Забираемся сюда. Угу. Так, ящик упал, ящик. Деревянный. Мы его берем, конечно же. Кстати. Мне там, наверное, током шибанет. Или интересно, вот если вот так. Во, смотрите. Еще мы нашли одно место, где личинка яйцо было. Все. Теперь возвращаемся обратно, берем деревянный ящик, и нам надо его сбросить вниз. Потом аккуратненько спуститься самим. Ох, вот так вот. Вот мы дошли тут до такого очень коварного места.